На состоявшейся встрече с журналистами врач-инфекционист Артемовской центральной районной больницы Александр Ландюк рассказал об эпидемиологической ситуации с острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппе. Он сообщил статистические данные за прошедший период. С 1 января число заболевших составило по городскому округу 4913 человек, что меньше, чем по Свердловской области в 1,6 раза, но больше по городскому округу, чем за предыдущий год. Из них обследовано 43 обследования, выявлено 17 больных с гриппом H1N1, то есть свиной грипп, из них 5 детей, 12 взрослых, из этих взрослых 7 беременных. Также выявлено больных с гриппом B 3 человека, эпидемический грипп А 3 человека, аденовирусная 2 человека и риновирусная 5 человек. Значит, госпитализировано с острой респираторно-вирусной инфекцией и гриппом 201 человек, из них 13 беременных, из них детей 173 человека. За этот период выявлено больных с пневмонией взрослых 131 человек, детей 72 человека, что составило 203 человека, госпитализировано 146 человек, из них 57 детей и 89 взрослых. 9 из этих больных находились в РАО, 3 из них, к сожалению, умерли. Александр Ландюк утверждает, что в настоящее время определяется вторая волна вирусной инфекции гриппа. Это связано с погодными условиями, с тем, что с наступлением ожидаемого потепления люди будут ходить на улице легко одетыми. В связи с этим врач-инфекционист обратился к жителям. Учитывая вот это, значит, потепление, чтобы люди, которые имеют определенные признаки, то есть температуру, боль в горле, кашель, они обращались за медицинской помощью в ближайшее время. В завершении беседы Александр Ландюк порекомендовал ноги держать сухими и одеваться соответственно тому температурному режиму, который у нас сохраняется.